Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор из магазина Галамарт. Заказала через интернет-магазин, муж сходил его, забрал заказ. И вот он у меня здесь находится в мешке. И давайте посмотрим, что я купила. Сразу скажу, я купила на 2044 рубля. Вот. В принципе, такая небольшая цена. Но товары мне очень понравились, очень хорошие, но я еще их не смотрела. Я видела их только на сайте и хочу вместе с вами посмотреть их. Первое, что мне попадается, вот баночка для сыпучек. Такая вот маленькая. Мы сейчас с вами каждую будем распаковывать, потому что мне очень тоже интересно. Здесь вот написано, что она... Так, сейчас найду. А вот банка. 420 миллилитров. Стоит 95 рублей. Не знаю, что-то, знаете, она такая маленькая. Вот она совсем прям малюсенькая. Такие фикс-прайсы когда-то продавали. Сейчас очень долго нету, и поэтому пришлось купить. Здесь тоже написано стеклянная, 420 миллилитров. Не знаю, что-то мне не кажется, что здесь прям 400. Маленькая очень. И еще была точно такая же, побольше. Видимо, прям совсем такая большая. Вот, закрывается она на резиночку такую. Вот так вот. А, довольно, кстати, хорошо. Фикс-прайс, я помню, брала, они очень тяжело открывались. Пока будешь открывать, всю крупу там рассыпешь. Вот. Такая вот она очень хорошая, не побитая. Такие очень баночки люблю. Я ее купила для чесночка. Чтобы он не лежал в каком-то там мешке, разбросанный. А чтобы у меня на кухне было все красиво, идеально. Вот. У меня там будет чесночок храниться. Я думала, честно говоря, когда заказывала, мне казалось, что она будет большая. Думаю, тогда я ее для сахара буду использовать, а другую возьму для чесночка. Но получается, она меньше других гораздо. И, наверное, она будет для чесночка. Так, уберем ее сюда вот. Видно вам. Так, следующее. Следующая у нас была салатница. Я заказала их две. Но на кассе приключилась история. Кассирша почему-то показала, что их три. Видимо, то, что тут вот бортики. Она говорит, у вас их три, а по чеку две. Муж говорит, ну тогда заберите одну. И она одну забрала. И получилось, что там было их две, она одну забрала, и у нас одна осталась. Знаете, как задачка в математике в первом классе. Я когда туда звонила, все это им рассказывала про себя, думаю, как математика, правда. Она, ой, не знаю, как так получилось, не знаю. Ну, вроде сказали, что можно забрать. А вот муж завтра поедет, будет ее завтра забирать. Придется опять ехать, опять тратить деньги. Вот, в принципе, могли проверить, посмотреть, что здесь одна лежит. Вот, ну, ладно. Купила я ее для... видео, когда буду там готовить, снимать, для кулинарии. Вот, была, по-моему, вот эта большая, а есть еще маленькая. Сейчас посмотрим. Она у нас стоила 59 рублей. Она стоила. Такая довольно немножечко тяжеленькая. Вот здесь миллилитров нету. А, диаметр 14 сантиметров. А там была еще где-то на сантиметр, наверное, поменьше. Где-то так вот. Не знаю, большая эта сумма или нет. В принципе, я таких салатников уже давно не видела особо. Так. Следующее, что у нас? А, силиконовая форма для льда. Вот. Ну, я, наверное, буду в ней, скорее всего, шоколад делать. Хочу делать шоколад, потому что она крупненькая. Давайте ее распакуем. Чтобы она не шуршала.
Вот она крупненькая, туда можно залить сначала шоколадку. Ну, в принципе, вы можете посмотреть мои кулинарные рецепты. Там показано, как я делала шоколадки с орехом, с грецким. Вот залить, кладется сюда грецкий орех, он полностью тут поместится. И сверху тоже шоколадка. Я думаю, ничего страшного не будет, если я положу не совсем горячий шоколад, например. Вот она, в принципе, выдавливается. Вот она. И обратно. Она пожестче, такая прям она жесткая, чем в фикс-прайсе, например. Они помягче немножко. Вот. Ой, пахнет. Пахнет пластмассой. Ну, естественно, горячее заливать, я думаю, у нее, наверное, не стоит. Ах, так, стоила она у нас 65 рублей. Я думаю, тоже, в принципе, цена нормальная, потому что в Ашане я покупала с сердечками форму, она стоила 100 рублей с чем-то. Там оно гораздо поменьше. Там и сердечки такие поменьше. А здесь только 65. Давайте сейчас вот тут посмотрим. Что-нибудь тут. Ну, тут если для льда, то для льда, я думаю. Сомневаюсь, что там. Тут даже есть вот картиночка. Как можно заморозить лед с ягодкой, например. И потом, наверное, куда-нибудь в чай добавить этот лед, и у вас будет теплый чай с ягодками. Наверное, что-то такое, может быть. Гринтвейн какой-нибудь. Так, поехали дальше. Также я взяла, это моя, наверное, самая покупка, которую я очень-очень ждала, очень хотела поздравить. Ну, эти уже я просто так добирала там до 2000, чтобы там не получилось там 1735 рублей, и как-то это все сложно. Вот. А чтобы я добирала именно, чтобы у меня ровно было по нулям. Практически. Вот здесь горшочек для запекания и сервировки. Вот. Ну, я думаю, у всех дома сейчас есть горшочки для запекания, но они какие-то самые такие маленькие, обыкновенные. А я заказала 500 миллилитров, чтобы было. Вот. Заказала таких 3 штуки за 189 рублей. Представляете? Всего 189 рублей. Такие похожие я видела фамилии где-то года полтора назад. Они были 300 рублей, только полностью красные, без всяких рисунков. Недавно, вот на днях я ходила в фамилию, я не нашла их уже. Вот, смотрите, она здесь упакована. Тут вот штучка такая. Сейчас мы достанем. На сайте я когда смотрела, там казалась такая большая, как будто коробка. Я думаю, какой же мешок дать мужу, чтобы это все поместилось. А тут в идеале такая маленькая коробочка. Давай вытаскивайся. Коробка пустая. Ее мы убираем. Так, куда нам ее убрать? Берем ее туда. Так, здесь у нас... Да, 500 миллилитров, 15,5 сантиметров на 13,5 и еще 6 сантиметров, наверное, это высота. Керамика с ручками. Так, посудомойки можно использовать, микроволновки можно использовать и морозилки. Так, а где же у нас в печке? Ну, в печке, я думаю, тоже можно. Все-таки это горшочек для запекания. Ну, почему-то не обозначили. Я надеюсь, что он не лопнет у меня. Так, крышечка. Тут, конечно, немножко она не видно, но она немножечко... Может, вам будет даже видно. Она немножко как-то покрашена. Как будто слоями, знаете, как будто сначала большой кружочек покрасили, потом поменьше, когда он высох. Потом еще, вот ощущение такое.
Вот, очень красивый. Там был еще синий. Да, по-моему, синий был. Он был подороже немножко, но мне хотелось именно красный. Не знаю почему, вообще красный цвет не очень, но хотелось именно красный. Так, здесь штучка. Китай. Милими бренд. Так, ну тут вот немножко вот красочка. Видимо, вот поэтому цена снижена. Сколов вроде бы нету. Вот внутри. А я их купила еще не только, допустим, для запекания, а чтобы, допустим, что-то приготовить. А когда приготовишь, просто положишь на тарелку, и муж уже оттуда уйдет из комнаты, он же все видит. А приготовишь, чтобы он сел, и там что-то спрятано такое под крышечкой, он открывает, там, а, батюшки, а там что-то такое вкусненькое лежит. Еще для этого. Я очень люблю готовить. Вот такой он, это довольно крупненький. Мне казалось, он будет больше. Он довольно закрывается. Немножко он ерзает. Такой тяжеленький. Ну, давайте посмотрим остальные. Сейчас я расскажу, я их взяла 3 штуки. Почему я их взяла 3 штуки? Потому что нас в семье трое. То есть я, муж и сын. Ну, сын, конечно, еще пока маленький, но тем не менее он когда-нибудь вырастет. И я так надеюсь, что этих горшочков мне хватит до старости. Вот, я очень на это надеюсь. И когда-нибудь мы будем все вместе втроем сидеть за столом и кушать из этих горшочков. Я из такого вот расчета. Здесь немножко вот тоже небольшой брак. Ну так, конечно, по большому счету, если стоять в магазине и вот так каждую коробку смотреть, выбирать, это очень сложно. Поэтому они, видимо, в Галамарте вот и продаются. Тут тоже краска измазана. Не знаю, как можно так покрасить, что измажешь даже в краске горшочек. Вот. Ну, сколов, слава богу, нет. Я очень боялась, что муж может не проверить, допустим, должным образом, и там окажется какой-нибудь скол. Рисунки тоже вроде все целые, одинаковые. Так, и третье. Тут скол, походу, небольшой. Не знаю, или ямка, или скол. Тут ямка. Немножко муж не заметил. Ну, ладно. В принципе, это не вот прям такое. Такая не беда, скажем так. Так, тут тоже смазано. Ну, там, видимо, все они смазаны краской снизу. Немножко, конечно, тут края неровные, какие-то подцапанные такие. Не знаю, когда у нас научатся в России делать хорошие, качественную посуду. Хотя, честно говоря, с другой стороны, может быть, это и хорошо. То есть человек может купить ту же самую там какого-то там супер-пупер бренда, только дешевле, потому что, ну, чуть-чуть там измазана краской. В принципе, допустим, если покупать на, то есть много на какой-нибудь праздник, то все равно она стоит вот так. Человек же не доест, не начнет ее вот так рассматривать, а что здесь, а какое, тут у тебя измазано. Нет, конечно, он не будет, навряд ли. Обычно как человек поест, и за ним быстренько убираешь. Поест и убираешь, и все. Тут тоже, кстати, уголки подцапанные. Вот, потертые.
здесь тут тоже мятинка немножко. Ну, закрывается он, в принципе, хорошо закрывается, но вот он как будто крышка, знаете, чуть больше его, но размером та. Может быть, это и хорошо даже. Такие они очень красивые, такие. Ну, в цветочек, так в цветочек, ладно. И самая моя последняя покупка, большая покупка, за что как раз вот он находится в этом большом мешке. То есть, в принципе, вот эти все покупки муж мог привезти в своей обыкновенной сумочке, но он привез в этой. Здесь у нас... Здесь у нас чайник газовый, для газовой плиты. Я долго выбирала, на самом деле, чайник. Не знаю почему, с приездом новой кухни мне почему-то захотелось именно чайник для газовой плиты. Не знаю почему, но мне он захотел. Всегда я была их против. Не знаю, не нравились они мне никогда. А тут я совершенно случайно увидела, что есть такие чайники, которые нажимаешь кнопочку, и вот этот свисток открывается. И я подумала, блин, это здорово. То есть не надо там, она горячая, раскаленная, как-то там руками все это там пытаться открыть. Из-за этого мне очень не нравилось. Не нравилось, мне казалось, что он очень долго кипит, чем, допустим, этот поставил, ушел там. Быстренько там ребенка, допустим, умыл, там тра-та-та-тра-та-та, прибежал, он уже готовый. Пока мне там захотелось, я очень долго обдумывала, в голове записывала плюсы и минусы, то есть того и того чайника. Вот, наверное, еще то, что электроэнергия после Нового года, она должна вот-вот подорожать, то есть было у нас 4 рубля за киловатт, по-моему, если не ошибаюсь. А должно быть 4,5, то есть мы и так платим довольно много, хотя, в принципе, мы особо ничего не делаем. Стираю я, бывает, часто начинаю стирать, бывает редко, то есть по-разному. Но, тем не менее, откуда-то там набегает, не знаю откуда, как будто сосед подсоединился, правда. Вот, и поэтому я подумала, что нужно покупать чайник с выбором, ладно, сейчас я с выбором покажу, что как. Так, здесь у нас 3 литра, нержавеющая сталь, так, подходит для всех типов плит, так, ну дальше, ладно, я вам расскажу, как там дальше, так, тут написано ЭКО, вот оно, ЭКО, вот не видно вам, экологически чистый, наверное, это считается, так, чайник, Ветта. А, стоил он 1200. Давайте его посмотрим. Я уже, если честно, заглядывала, не удержалась я. Тут еще бумажечка какая-то. Туда посмотрим. Так, бумажечка, что у нас? Бумажечка. Инструкция, наверное, да. Не нагревайте чайник свыше 200 градусов Цельсия. Как бы странно. Почему? Расплавится он. Так. Ну, в принципе, вот. Сейчас вам покажу. Немножко вот описание. Если хотите, нажмите стоп и можете на весь экран открыть и почитать. Ну, в принципе, я сделаю, наверное, фотографию этой бумажечки, и в конце ролика она будет. Так, он запакован у нас в мешочке. Такой вот чайник. А вот эта кнопочка. Вот видите, то есть не надо там он горячий, например, и надо что-то там его вот берешь там тихонечко. Так, также здесь вот
Ну, по крайней мере, не пластмасса, тут железо. Тут, в принципе, ну, так немножко двигается, наверное, он и должен. Она открывается, там полностью чайник. И потом сверху просто сердечко. Тут сердечко, кстати, да. Нажимаешь и все. Можно, наверное, самим. Так вот. Вот, он очень красивый, и по цвету он подходит под мою кухню. Под верх кухни, вернее. Здесь вот силиконовая, то есть не пластмасса. Я не хотела изначально с пластмассы, то есть все были вот тут пластмасса, вот тут все вот проходит. Вот, я в принципе не хотела с пластмассы, потому что у меня до этого были кастрюльки, у них были ручки пластмассовые, и когда она долго греется, нагревается, была очень сильная вонища, они начинали плавиться. Не течь, конечно, но плавились они. Вот, и поэтому я подумала, нужно, не нужно покупать пластмассы, надо что-то другое. Вот. Ну, здесь вот силикон, надеюсь, будет все хорошо. Вот, немножечко здесь какие-то вот заусенцев, вот типа вот какие-то козявочки торчат. Вот он такой красивый. Вот, был такой. И был на 100 рублей дешевле, просто вот чисто вот такого вот цвета. Ну, не знаю, почему-то мне захотелось такой вот. Также, кстати, у них минус то, что крышка вот эта плохо открывается. Ну, я не знаю, может, она со временем разработается. С одной, вернее, с другой стороны, это и плюс. Потому что когда вы будете наливать чайник, его опрокидывать вот так, у вас неожиданно не вылетит эта крышка, не попадет там на эту кружку вашу, чай не разольется. То есть, ну, можно я даже наполовиночку тут закрыла, тут, в принципе, вот он. Он довольно, кстати, тяжеловатенький такой. С водой он будет, наверное, еще тяжелее. Вот. И... То, что поскольку я его уже заранее посмотрела, мне немножечко не понравилось. Тоже один минус в нем есть. То есть вот тут вот у него вот есть бортики такие. То есть вот он отдельно идет чайник, и тут вот бортик на него. Вот это минус. И, соответственно, там внутри, то есть получается этот бортик, как же вам объяснить? То есть чайник внутри, а посередине этого бортика тоже грязь может забиваться. Вот. Вот это был тоже минусом. То есть за такие деньги я видела чайник такой же за 600 рублей по акции. Вот. Но я понадеялась, что будет здесь все супер. Не могу вам вот показать. Там не особо видно. Вот. Краешек. То есть там какое-то место. Вот. Ну, в принципе, я подумала, с другой стороны, ладно. Раз там, может быть, там будет скапливаться эта накипь, и не будет она вылазить оттуда. Ну, не знаю, короче. Так, и вот то, что написано с этой стороны. Не знаю, почему до больше 200 нельзя разогревать. Не знаю, как разогреваются другие чайники, кастрюли. Ну, надеюсь, все хорошо будет, он не расплавится. А то, если бы, конечно, я его купила рублей за 300, за 600... Может быть, было бы не так жалко. А вот за 1200 рублей, там или сколько? Ну да, 200. Как бы жалко. Вот. Ну, здесь что-то написано. Тоже Китай. Вот. То есть вот такой вот чайничек. Здесь, кстати, картинка идет полностью одинаковая со всех сторон. Вот. Надеюсь, что она не потемнеет. Как бывает там... у чайников. Вот, 3 литра чайник. Он довольно большой. Мне почему-то казалось, что 3 литра он будет маленьким. Я хотела все-таки купить поменьше, чтобы он был не таким тяжелым. Крышечка здесь, кстати, тоже силиконовая. На шурупчиках приделан. Вот. В принципе, я подумала, с другой стороны, если, допустим, когда-нибудь... Если мне, допустим, хватит этого чайника там на много-много лет, этот силикон распадется, в любом случае эта крышечка, как бы ручка останется, можно будет его просто убрать, этот силикон.
И все, и можно будет использовать дальше. Если даже дырочка есть какая-то. А здесь шуруп тоже приделан. То есть, тут шуруп есть, кстати. Вот здесь вот тоже есть шуруп. Да, вот тут, кстати, тоже, если, допустим, разболтается, это очень удобно. Туда отверточку вставил, и все. И все готово. Так, тут по бокам нету. Ну и вот тут тоже. Отвертку вставил и закрутил. Ну и тут тоже. Сейчас я его уже помою, наверное, и начнем мы его использовать. Уже, наверное, с сегодняшнего дня. Я думаю, у нас кардинально сдвинется, потому что муж у меня чайником пользуется буквально на дню раз 8-10. То есть чайник горячий, но ему нужно прям полностью горячий, чтобы он был раскаленный. И он его включает заново и заново. И заново воды не хватило, он его опять включает. Вот, не знаю, как-то до этого у нас было все нормально, не было так много, то есть такая большая сумма не приходила в квитанции. Сейчас в последнее время не знаю почему, я ничем не пользуюсь особо. И стирать там, стираю, может быть, раза два уже там, пока вот был на кухне ремонт, я не могла сейчас стирать, потому что у нас на кухне отключены краны, все отключено еще до сих пор. Вот, уже поставили на кухне раковину. Кстати, смотрите мои влоги. Я в отдельном влоге скоро покажу свою кухню. Свою шикарную кухню. Она очень-очень красивая. Я сейчас вот на нее смотрю. Вот, ее уже доделали, уже поставили туда раковину. И поставят кран вот либо сегодня, либо завтра. Вот прям буквально, наверное, на днях. И тогда я вам ее полностью всю покажу. Вот, и в принципе это все на сегодня. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень люблю читать ваши прекрасные комментарии. И всем спасибо за просмотр. И пока-пока.